В данный момент мы занимаемся, личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям занимается откачкой воды по улице Потанина. Задействовано 3 мотопомпы переносные. Общее количество мотопомп 5 штук. 3 задействовано по улице Потанина, 2 по улице Павлова. Воды много, получается та, которая вода осталась в низинах. Стараемся ее быстро откачать, чтобы жильцы могли своевременно уже войти в свои дома вместе с комиссией, которая обследует их жилища. В данный момент уже откачано порядка 2500 кубометров воды. Сейчас все равно происходит спад воды. Думаю, в течение этой недели